Еще 5 человек были задержаны по делу Харьковского преступного сообщества. Финансовая полиция сообщила об аресте находившихся в розыске кассиров и членов ОПГ. Как сообщили финполиции, один из кассиров организованного преступного сообщества Тулебаев Даурен скрывался в Стамбуле. Теперь его собираются экстрадировать в Казахстан. Другого кассира, Ирлана Малибаева, задержали кыргызские силовики в Бишкеке. С ним также был еще один член Харьковской группировки Турсун Магомед Богаев. Кроме того, в октябре 2013 года в Алматы задержали бывшего начальника Центра таможенного оформления Алматы Марата Принбекова. А 20 марта 2014 года в Восточно-Казахстанской области арестовали Алика Каирбаева, который входил в группу сопровождения грузов в составе преступного сообщества. Между тем, не так давно, 12 апреля, завершился суд по обвинению 45 их подельников. Общий срок лишения свободы по этому приговору потянул на 300 лет.